дорогие друзья! С большой радостью приветствуем вас в концертном зале Дворца культуры профсоюзов на празднике творчества, таланта и оптимизма. Добро пожаловать на второй международный телевизионный фестиваль-конкурс творчества и искусства «Все звезды мира. Весна 2022». Фестиваль-конкурс проходит при поддержке Комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия, организатор, учредитель фестиваля-конкурса «Творческое объединение «Все звезды мира». Конкурс проходит с прямой трансляцией. Участники конкурса выступят в номинациях «Вокальное творчество», «Театральное творчество», «Инструментальное творчество». Уважаемые друзья, сейчас мы приглашаем наших конкурсантов на сцену, им очень нужна ваша поддержка. Итак, приглашаем первых участников конкурса. Ансамбль ударных инструментов «Акцент», Дворец детского и юношеского творчества, город Симферополь. Номинация «Инструментальное творчество», ансамбль, возрастная категория «Средняя», руководитель «Бескаравайная» Ирина Анатольевна. Творческий номер «Марш» из кинофильма «Старая-старая сказка». На сцене номер 99. Сводный ансамбль ударных инструментов «Акцент», Дворец детского и юношеского творчества, город Симферополь. Номинация «Инструментальное творчество», ансамбль. Возрастная категория «Средняя», руководитель «Бескаравайная» Ирина Анатольевна. Творческий номер «Калинка». Thank you.
На сцене номер 5. Дебют. Водинцева Мария. Студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал». Возрастная категория «Дошкольная». Творческий номер «Помогите бегемоту». Пишите бегемоту очень доброе письмо, или будет скучать он в болоте своем. Напишите бегемоту, не забудьте о нем. Если серый скучен дождь, но в окно стучит, за кругу не пойдешь, телефон молчит. Нарисуйте акварелью солнце, радугу, цветы, и отправьте бегемоту. Очень доброе письмо, и не будет скучать он в болоте своем. Напишите бегемоту, не забудьте о нем. Сейчас я напишу письмо, нарисую красивый рисунок и отправлю его бегемоту прямо в болото. Не грусти, бегемотик, помогите бегемоту, не мог грусти давно. Напишите бегемоту очень добрый, или будет скучать он в болоте своем. Напишите бегемоту, не забудьте о нем. На сцене номер 10. Анастасия Мамка. Студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал». Солист. Возрастная категория 9-10 лет. Творческий номер «Крым». Что смотреть, и взрослые, и дети судьбу благодарим за то, что есть на свете чудо Крым. Место не чудесней, это Крым, море, солнце, песни, это Крым, крайне повторимый, это Крым, навсегда любимый, это Крым. Место не чудесней, это Крым, море, солнце, песни, это Крым, повторимый, это Крым, навсегда любимый, это Крым. Зеленый гор, вершины, морская глубина, мой край неповторимый, волшебная страна. И мы с тобой в ответе за все, что будет с ним, за то, что есть на свете чудо Крым. Место не чудесней, это Крым, море, солнце, песни, это Крым, край неповторимый, это Крым, навсегда любимый, это Крым.
На сцене номер 4. Дебют. Первый раз на сцене. Файнгольд Эмилия. Студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество». Эстрадный вокал. Солист. Возрастная категория «Дошкольная». 4 года. Творческий номер «Буду маме помогать». Поцелую маму в этот славный день. Никогда на свете не останусь с ней, потому что мама милая моя любит и жалеет больше, чем меня. Своей милой маме буду помогать, буду мыть посуду и белье стирать, потому что мама На сцене номер 6. Бажанова Мария. Город Симферополь, Республика Крым. Номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал. Солист. Возрастная категория 7-8 лет. Руководитель Щербина Садчикова Елена Николаевна. Творческий номер «Доброе утро, кошка». Хочется вставать, вот 5 минут еще поспать. На дворе еще темно, и луна глядит в окно. Утром просыпаться нелегко. Зазвонил будильник 6 часов, а досады не хватает слов. Чай. Тем, кто мало спит, дорога в рай. Доброе утро, кошка, помурлыкай мне немножко. У меня с утра упадок сил. Доброе утро, кошка, помурлыкай мне немножко, чтобы новый день удачный был. Опять беда. Еле-еле капает вода. Громко тикают часы. Не умыться без воды. Наступил век черной полосы. Вот уж 7 часов, пора бежать. Снова не заправлена кровать. Одеваюсь быстро и бегу. Доброе утро, кошка, помурлыкай мне немножко. У меня с утра упадок сил. Доброе утро, кошка, помурлыкай мне немножко, чтобы новый день удачный был. Помурлыкай мне немножко. У меня с утра упадок сил. Доброе утро, кошка, помурлыкай мне немножко, чтобы новый день удачным. Доброе утро, кошка, помурлыкай мне немножко. У меня с утра упадок сил.
окошко, повернуть мне немножко, чтобы новый день удачным. На сцене номер 77. Вокальная студия «Союз», Центр искусств «Art Vision», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», ансамбль, возрастная категория «Старшая». Руководитель Залецкая Айна Увайсовна. Творческий номер «Крымский мост». Восход, пролив ветер.
На сцене номер 8 Федина Анна, театральная студия Юл Арт, город Симферополь, Республика Крым. Номинация «Театральное творчество», «Художественное слово», солист. Возрастная категория 9-10 лет, руководитель Медведкова Юлия Анатольевна. Творческий номер «Чучело». Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем, точно белка в колесе. Мне бы остановиться и уйти, но мальчишки набросились на меня. За ноги ее! Орал Валька, за ноги! Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я легалась и дрыгалась изо всех сил, но они скрутили меня и вытащили в сад. Железная кнопка из Шимакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ним вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой. Вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами «Чучело, предатель!». Они веселились вокруг чучела, прыгали и хохотали. «Ух, наша красавица! Дождалась!» «Я придумала!» Шмакова от радости запрыгала. «Пусть Димка подожжет костер!» После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала, если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру. А Валька в это время, он повсюду успевал первым. Воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост. «У меня спичек нет», — тихо сказал Димка. «Зато у меня есть!» Лохматый сунул Димке в руку спички и пихнул его к чучелу. Димка стоял около чучела, низко опустив голову. Я замерла, ждала в последний раз. Ну, думала, сейчас Димка оглянется и скажет: «Ребята, Ленка ни в чем не виновата, это все я». «Поджигай», — приказала железная кнопка. Я не выдержала и закричала: «Димка, не надо, Димка!» Он по-прежнему стоял около чучела. «Ну, сон, иди же, наконец, до конца». Димка чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом он вскочил и торопливо отбежал в сторону. Они потащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра. Я почувствовала, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает. Хотя до меня доходили только волны его тепла. Я закричала, я так закричала, что они от испуга выпустили меня. Когда они меня выпустили, я бросилась к костру, начала расшвыривать его ногами, хватала горящие сучья руками. Мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то страшно этого не хотелось. Первым опомнился Димка. «Ты что, очумела?» Он схватил меня за руку и пытался отсечить от огня. «Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?» Я сильная стала, легко его победила. Так швырнула, что он полетел вверх тормашками. Только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и начала размахивать над головами, наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем. От него летели в разные стороны искры, и все они шарахались от этих искр. Они разбежались, а я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру, и от этого как живое. Послышался хруст ветра, удаляющиеся шаги, и наступила тишина.
На сцене номер 95. Дуэт «Авокадо». Гординская Екатерина и Гординская Анастасия. Город Симферополь. Республика Крым. Номинация «Вокальное творчество». Эстрадный вокал. Дуэт. Возрастная категория 9-10 лет. Руководитель – заслуженная артистка Республики Крым Мунтян Екатерина Васильевна. Творческий номер «Наш Крым». Южный теплый Крым, гордимся, любим, знаем точно. Жемчужиной России ты будешь навсегда. Цвети, процветай вечно. Вот красавица Ялта, Херсонес, Русь, крестивший и сюда специалист света. Феодосия, Сверчу, все встречают на юге, кто на крымский наш мост. Ты красивый наш южный теплый Крым, гордимся, любим, знаем точно. Жемчужиной России ты будешь навсегда. Цвети, процветай вечно. И когда подрастем мы, жизнь мы взрослую ступим и мечты воплощать станем. Родились, где росли мы, никогда не забудем Крым, на всю мы Россию прославим. Ты красивый наш южный теплый Крым, гордимся, любим, знаем точно. Жемчужиной России ты будешь навсегда. Цвети, процветай вечно. Какой же ты красивый наш южный теплый Крым, гордимся, любим, знаем точно. Жемчужиной России ты будешь навсегда. На сцене номер 50. Бахтаярова София. Вокальный ансамбль «Мелодия». Город Симферополь. Дворец детского юношеского творчества. Номинация «Вокальное творчество». Эстрадный вокал. Солист. Возрастная категория 9-10 лет. Руководитель Чертовских Александрина Николаевна. Творческий номер «Вернись, мечта моя». Прости, моя мечта, что в городе большом среди чужих огней твой свет так часто мне казался миражом. Я в музыку дождя ладони окуну и вновь закрыть глаза с надеждой повторю: вернись, мечта моя, вернись, мечта. Срывая тучи с небосвода, рисуя солнце мне погоду на землю. Вернись, мечта моя, над нами зажигая звезды. Хочу лететь к тебе и просто быть с тобой. Прости, моя мечта, что шла не той тропой, и в море суеты, направив корабли, теряла голос твой. Но слыша в небесах мелодию твою, я вновь закрыв глаза с надеждой повторю: вернись, мечта моя, вернись, мечта моя. Срывая тучи с небосвода, рисуя солнце в непогоду на землю. Вернись, мечта моя, над нами зажигая звезды.
хочу лететь к тебе и просто быть с тобой. Мы полетим навстречу звездам, навсегда вдвоем, вернись, мечта моя. Вернись, мечта моя, срывая тучи с небосвода, рисуя солнце в непогоду над землей. Вернись, мечта моя, над нами зажигая звезды, хочу лететь к тебе и просто быть с тобой. Вернись, мечта. На сцене номер 65. Вокальный ансамбль «Мелодия». Дворец детского и юношеского творчества. Город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество». Эстрадный вокал. Ансамбль. Возрастная категория «Средняя». От 10 до 14 лет. Руководитель Чертовских Александрина Николаевна. Творческий номер «Музыка моря». На сцене номер 52.
Арсланбеков Эльвис, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Симферопольская районная детская школа искусств, Республика Крым. Номинация «Инструментальное исполнение». Игра на аккордеоне. Солист. Возрастная категория 11-12 лет. Руководитель Бекмулаева Зера Ибрагимовна. Творческий номер «Свет и тени». На сцене номер 59. Халах Экрем. Халах Экрем. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования. Симферопольская районная детская школа искусств. Республика Крым. Номинация «Инструментальное исполнение». Игра на баяне. Солист. Возрастная категория 9-10 лет. Руководитель Бекмулаева Зера Ибрагимовна. Творческий номер «Маршик». Thank you.
На сцене номер 82. Театральная студия «Имидж». Дворец детского и юношеского творчества. Город Симферополь. Номинация «Театральное творчество». Драматический театр. Возрастная категория «Смешанная», «Младшая». До 12 лет. Руководитель Молотова Ирина Васильевна. Творческий номер. Инсценировка легенды «Медведь-гора». Окаменевший навсегда, могучий. А мы там море,
солнышком согрет. А вместо шерсти вырос лес дремучий. В Крыму когда-то, уж давным-давно, в горах медведи грозные водились. На сцене номер 51. Гаркуша Кира, вокальный ансамбль «Мелодия». Дворец детского и юношеского творчества, город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал», «Солист», возрастная категория 13-15 лет, руководитель Чертовских Александрина Николаевна. Творческий номер «Если мы вместе». Звезды мерят наше время, день сменяет ночь. И мы, конечно, каждый год развеем. Дай мне руку, если ты со мною заодно. Наш мир, мы сделаем с тобой светлее. Чтобы жить мирно и любить сильно и дарить добро. С тобой бескрайний океан, и ветер дарит багрила. Если ты веришь в добро, если ты веришь в любовь, добьемся мы, когда мы вместе. Чтобы жить мирно и любить, и любить сильно, и дарить добро. С тобой бескрайний океан, и ветер дарит багрила. Если ты веришь в добро, если ты веришь в любовь, если мы вместе, если мы вместе. Вместе так просто зажигать, зажигать звезды. Вместе так легко. С тобой бескрайний океан. Ветер дарит багрила. Если ты веришь в добро, если ты веришь в любовь, если мы вместе, если мы вместе, если мы вместе. На сцене номер 63. Дуэт «Авокадо». Гординская Екатерина и Гординская Анастасия. Город Симферополь. Республика Крым. Номинация «Вокальное творчество». Эстрадный вокал. Дуэт. Возрастная категория 9-10 лет. Руководитель – заслуженная артистка Республики Крым Мунтян Екатерина Васильевна. Творческий номер «Сюрприз для мамы». Копим, копилку разобьем. Вот и все готово.
На сцене номер 11 Никифорова Анна, студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал, солист, возрастная категория 13-15 лет, творческий номер, последняя поэма из кинофильма «Вам и не снилось». Мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю и На сцене номер 12. Анастасия Мамка, студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал, солист. Возрастная категория 9-10 лет, творческий номер «С добрым утром». Чтобы мир озарил, как...
На сцене номер 2. Османов Федор. Дворец детского и юношеского творчества, город Симферополь, Республика Крым. Номинация «Театральное творчество», «Художественное слово», «Солист». Возрастная категория 13-15 лет. Руководитель Молотова Ирина Васильевна. Творческий номер «Красота Крыма». В чем красота природы Крыма? В прибрежных скалах над волной, в аллеях пальмовых, любимых, иль стаи чаек столь шальной, а может быть, в лучах заката, в дорожке лунной столь живой, во взглядах вниз сайпе триплата, в садах с избытком аромата, в морских прохладах в летний зной, ответить однозначно трудно. Всем тем, кто Крым увидеть рад, весь полуостров сказок чудных, легенд и песен полный клад. Так чем же Крым для нас прекрасен? Пусть каждый сам найдет ответ, и стих мой будет не напрасен, пусть в душе забрежет вновь рассвет. На сцене номер 69. Вокальный ансамбль «Мелодия». Дворец детского и юношеского творчества, город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал, ансамбль. Возрастная категория «Средняя группа». От 10 до 14 лет. Руководитель Чертовских Александрина Николаевна. Творческий номер «Давай». Оглянись вокруг, сколько рядом с тобой друзей. Посмотри, миллионы глаз, миллионы рук. Знаешь, вместе всегда веселей. Мы сегодня будем танцевать до утра. Мы сегодня будем танцевать и давай. Все вместе, все вместе.
На сцене номер 42. Фольклорный ансамбль «Крымушки», районный центр детского и юношеского творчества. Номинация «Вокальное творчество». Народный вокал, ансамбль. Возрастная категория 6-9 лет. Руководитель Гузейнова Айнура Афиров. Творческий номер. Песня «Масленица дорогая». Но сначала стихи. Широкая масленица, сырная неделя. Ты пришла нарядная к нам весну встречать. Печь блины и развлекаться будем всю неделю, чтоб зиму студеную из дому прогнать. Утро, понедельник, наступает встреча. Яркие соловки с горочек скользят. Целый день веселья, наступает вечер. Накатавшись в волю, все блины едят. Заигрыш беспечный вторника отрада. Все гулять, резвиться вышли, как один. Игры и потехи, а за них награда. Сдобный и румяный масленичный блин. Тут среда подходит, лакомкой зовется. Каждая хозяюшка колдует у печи. Кулебяки, сырники, все ему дается. Пироги и блинчики, все на стол мечи. А в четверг раздольный разгуляй приходит. Ледяные крепости, снежные бои, тройки с бубенцами на поля выходит. Парни ищут девушек, суженых своих. Пятница настала, вечера у тещи. Теща приглашает зятя на блины. Есть с икрой и семгой, можно чуть попроще. Со сметаной, медом, с маслом ели мы. Близится суббота, за овки угощения. Вся родня встречается, водит хоровод. Праздник продолжается, общее веселье. Словно провожает зимушку народ. Воскресенье светлое быстро наступает, облегчает души всем в прощенный день. Чучело соломенное зимушку сжигает, нарядив тулупчик, валенки, ремень. Убирайся, смертоносный холод! Уходи, противный серый мрак! Масленица, возрождение жизни, солнечного света и добра! На сцене номер 1. Ларина Арина. Дворец детского юношеского творчества. Город Симферополь. Республика Крым. Российская Федерация. Номинация «Театральное творчество». Художественное слово. Солист. Возрастная категория 11-12 лет.
Руководитель Молотова Ирина Васильевна. Творческий номер «Бусы из бирюзы». Продавец стоял за прилавком магазина и рассеянно смотрел на улицу. Одна маленькая девочка подошла и буквально прилипла к витрине. Когда она увидела то, что искала, ее глаза заблестели от восторга. Она вошла внутрь и попросила, чтобы ей показали бусы из бирюзы. «И это для моей сестры! Вы можете красиво завернуть их?» Продавец с недоверием посмотрел на малышку и спросил: «А деньги у тебя есть?» Девочка вытащила из кармана платочек, развернула его и высыпала на прилавок горсть мелочи. С надеждой в голосе она спросила: «Этого хватит?» Там было всего лишь несколько мелких монет. Девочка с гордостью продолжала: «Знаете, после смерти нашей мамы только сестра заботится о нас, а на себя у нее совсем не остается времени. Но сегодня у нее день рождения, и я уверена, она была бы счастлива получить такие бусы в подарок. Они очень подходят под цвет ее глаз». Продавец взял бусы, прошел вглубь магазина, взял футляр, положил в него бусы, обернул лентой и завязал бант. «Держи», — сказал он девочке, — «только неси осторожно». Девчушка выбежала и в припрыжку понеслась к дому. Рабочий день подходил к концу, когда порог того же магазина переступила молодая девушка. Она положила на прилавок знакомый продавцу футляр, отдельно оберточную бумагу и развязанный бант. «Эти бусы были куплены здесь? Сколько они стоили?» сказал хозяин магазина, «стоимость любого изделия в моем магазине – это всегда конфиденциальный договор между мной и клиентом». «Но ведь у моей сестры было всего лишь несколько мелких монет. Бусы из настоящей бирюзы, так ведь? Они должны стоить очень дорого. Это нам не по карману». Продавец взял бусы, с большой нежностью и теплотой восстановил упаковку и вручил девушке. Она заплатила самую высокую цену, больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Тишина заполнила маленький магазинчик, и две слезы скатились по лицу девушки, держащей в сжимающей руке маленький сверток. На сцене номер 9. Сегодняшняя именинница – Коршак Мия, студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь, номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал. Возрастная категория 9-10 лет, творческий номер «Я пою тебе». Как рукам, и над лесом вдруг тугая, это просто радуга, теплый дождик освежил лука.
Мия, с днем рождения! На сцене номер 84 театральная студия «Имидж», Дворец детского и юношеского творчества, город Симферополь. Номинация «Театральное творчество», «Драматический театр». Возрастная категория «Смешанная», младшая до 12 лет. Руководитель Молотова Ирина Васильевна. Творческий номер, инсценировка «Что случилось?». Что такое? Что случилось? Где-то что-то провалилось? Где-то что-то взорвалось? На сцене номер 15. Никифорова Анна. Студия эстрадного вокала «Соул», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал, солист. Возрастная категория 13-15 лет. Творческий номер «Тайна моя девичья». Тайна, тайна. Выйду я одна в чисто полюшко. Где ж ты, моя милая полюшка? Встретит меня полюшка солнышком, зорюшка, и приютит, защитит, далью манит, манит. Солнце вешнее манит, даль надеждою мне вы. Небо алого долю малую, долю малую. Реки гладью сомкнуты веки, мои сомкнуты радость обняла меня белокрылая, белокрылая. Матушка земля моя певчая, прошепчу я тайну доверчиво, тайну пропою свою девичью, я ручу, заплыву в колосе ее. Тайну мою девичью береги, тайна моя девичья, ты. Пойду по полю, по полюшку, да умой с маковой зорюшкой. Надышусь со сладкую волюшкой, полюшкой, воля мне, как во сне крылья дарит, дарит. Небо алое дали, небывалые голи. Счастье чудится, точно сбудется, скоро сбудется. Росы, здесь алмазные косы, ветром связаны птица, сизокрылая принесет. Весь от милого тайну мою девичью береги. Тайна моя девичья,
На сцене номер 3 Погудин Михаил. Дворец детского и юношеского творчества, город Симферополь, Республика Крым. Номинация «Театральное творчество», «Художественное слово», «Солист», возрастная категория 11-12 лет. Руководитель Молотова Ирина Васильевна. Творческий номер «Голубой зонт». Когда-то в одном небольшом городке под самую крышей на чердаке ютился старик одинокий, художник седой и высокий. Ему за картины платили гроши, но деньги он тратил на карандаши, на кисти, бумагу и краски, а также на детские сказки. Он днем рисовал, а вечерней порой к себе на чердак приходил с детворой. И сказки слетались к ребятам на том чердаке небогатом. Но кто-то однажды заметил ему: «Картины твои не нужны никому! Зачем нам какие-то краски и всякие детские сказки? Зачем ты рисуешь рассвет и закат? Зачем нам весна и зачем листопад? Зачем твое синее небо? Побольше бы сала да хлеба!» Но с сыростью вдруг потянул ветерок, и двинулись тучи на тот городок. Косматая серая сила веселые краски гасила. Сперва погасила она синеву, потом погасила цветы и траву. И вскоре от серого цвета угасло зеленое лето. Темней становилось, и все холодней. Печальными стали глаза у людей, и даже их любимое сало им радости не доставляло. А тучи ползли, 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 а тучи клубились у самой земли. Ребята из окон глядели, и щеки у них побледнели. Но как-то, покинув свой старый чердак, про шляпу забыв и забыв про пиджак, в туманную сырость и дождик на улицу вышел художник. Старик улыбнулся, и зонт голубой раскрылся над белой его головой. Попятились тучи в испуге, и стало светлее в округе. Шагал он по улице в синих лучах, и пели дрозды у него на плечах. И под эти веселые трели последние капли звенели. И ожили яркие краски земли, листва зашумела, цветы расцвели. И глянули в синее небо росточки зеленого хлеба. А старый художник шагал по воде, и капли блестели в его бороде. Наверное, художнику птицы смахнули дождинку с ресницы. «Ура!» – закричала кругом детвора. И взрослые тоже кричали: «Ура! Да здравствуют яркие краски и добрые детские сказки!»